Всем привет! Меня зовут Инесса, и я с детства очень люблю съемочные площадки. Вспышки фото и видеокамер, конкурсы красоты, моду, глянец, музыку и спорт. Больше всего мне нравится принимать разные образы на съемках. Можно быть дерзкой и яркой, загадочной и притягательной. Считаю, что всегда нужно представлять свою мечту и стойко идти к ней, набираясь опыта и знаний. Ведь создавая свою мечту, мы делаем первый шаг на пути к успеху. Главное – верить в себя и свои силы. А вы верите в камбэки? Я – нет. А вот что думает по этому поводу рэпер Тимати, узнаем из его нового интригующего видео. Поклонники артиста гадают, кому же из девушек посвящен этот клип. Рэпер Тимати «Ключи от рая» и заслуженное место на Олимпе нашего чарта. Видимо, весь год для Тимати пройдет под знаком Олимпа. Большой концертный тур, альбом, только первые места. Не буду терзать вас. Смотрим. Как измениться, это я уже не знаю. Тебя мне не заменит ни одна другая. А мы над полностью стоим, не понимая, как потеряли мы с тобой ключи от рая. Здравствуйте, телезрители! Здравствуйте, студия! В эфире ток-шоу «Наше время» и его ведущая Инесса. Сегодня в нашей студии мы обсудим тему, как сразить наповал своей фигурой окружающих этим летом. Звезды шоу-бизнеса, а также простые россияне активно готовились весной к пляжному сезону. Сегодня в эфире самые красивые тела России, известные спортсмены, бикинистки, их секреты правильного питания и самые эффективные упражнения. В эфире новости шоу-бизнеса в студии Инесса. Участник лейбла Black Star Натан презентовал клип на новую песню «Твои глаза». О том, как проходили горячие съемки в нашем выпуске. В своем клипе музыкант, бросив все, улетает со знойной красоткой на необитаемый остров. Чувства, эмоции, страсть захватывают главных героев. Видео рассказывает нам о большой любви, когда хочется остаться наедине друг с другом. Релиз «Твои глаза» неспроста состоялся в самый разгар лета, когда люди погружаются в атмосферу влюбленности. Режиссером этой истории стала Катя Як. Главную женскую роль сыграла модель Лера Журавлева. Съемки проходили в городе Неаполь. Обязательно посмотрите новый клип Натана и почувствуйте аромат этого лета.